Поехали, значит так, в Екатеринбурге, значит, у нас кастинги проходят, да, еще? Ну, очень редко бывает. Попробовать снова сейчас. Правила хорошо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям. Коуч по актерскому мастерству. Я самый обалденный, самый шикарный коуч по актерскому мастерству. Юля, мы меня сейчас не слушаем, мы скидываем файл. Да-да-да. Это просто ты пока ищешь файл, я тут сам. Все. Давай с этого и начнем. То мы выкинем все. Так, у тебя получается видеочат идет правильно? Если мы сейчас читаем, Андрей сидит в гостинице, в руке игрушка, на том конце Леси радостно смотрит в экран. Андрей замахивается игрушкой, делает вид, что бросает. Леси пулей вылетает из кадра, Мария наводит на нее обратно. Леси смотрит на Марию, затем на Андрея, мол, где игрушка? Мария крутит головой. То есть ты, получается, первое, это ты наблюдаешь за тем, что происходит в кадре. Я так понимаю, что ты не в кадре, просто там тебя снимать будут, что ты за кадром стоишь и снимаешь Леси. Правильно я понимаю? Где... Вот в одном эпизоде, скорее всего, так. А вот другой, когда он звонит, и я вместо Света беру трубку, получается... Получается, я присматриваю за собакой, и типа я подруга Света, что ли, я вот так вот поняла сценарий. Так, ты подруга... Скорее всего, так. И я вот как это все поняла. Света не хочет, чтобы он возвращался, но она тоже, как бы сказать, вот теми своими словами, что не возвращайся, она... Ну, хочет тем самым тоже к себе внимание привлечь. А мне он, получается, симпатичен, скорее всего, уже был вот этот вот Андрей. А я присматриваю у них дома за собакой, и Света не хочет отвечать, а я в этот момент беру трубку и говорю, она не хочет с тобой разговаривать. Вот. И моя манипуляция, наверное, то, что вот я как хочу... сказать, вот, я говорю, извиняйся сам, и камеру перевожу на собаку. Это как такая манипуляция такая получается, да, ведь вроде бы. Вот. И да, он мне симпатичен, этот Андрей, скорее всего, он даже мне нравится. И я тем самым хотела урвать внимание, что ответила на звонок. Скорее всего, так. Я вот хотела с вами посоветоваться. Вот. Извиняйся, сам. Так, слушай. И вот вроде вот то, что я хотела сказать, вот. Значит так, получается, давай возьмем за основу, что он тебе нравится, да? Да. Подруга Света у нас, это наша подруга, и тут как бы получается, что зачем, тут очень хорошее второе дно, в плане того, что подруга, ну то есть как ты будешь парню водить у подруги? Правильно? Правильно. Да. Там чем сценарий заканчивается? Света его в итоге выгоняет? А там заканчивается... Мне, по-моему, не весь сценарий выслан. Они... Своими так, вот. Словами, Юль, просто своими словами мне скажи. Сейчас не будем два часа читать. У нас нет на это времени. Там про Свету больше нет никаких слов. Вообще о ней не упоминается. А просто Андрей и Мария улыбаются друг другу по видеочату. Отлично, вот. Кто вам это говорит? Ну они друг другу нравятся. Им удалось. Это начало, то есть это начало их отношений. Тебе не будет, ну, то есть зритель сам уже додумывает, что там будет. Это, мне кажется, может быть, если это короткометражки короткие, то дальше там как начнутся дальше развиваться их отношения. Но тогда получается, если Света все-таки отшивает Андрея, ей дают желтый свет. Но зеленый свет, то, что тогда Марии можно начинать там флиртовать с Андреем, правильно? Правильно. Да. Значит, у нас все равно в любом случае идет флирт, что в первой части, что во второй части. И Мария крутит головой, ну, то есть она собаке получается, что нет игрушки, да, нет. Как мы к собаке относимся? Какое у нас отношение к собаке? Любовь. Какая-то такая... трепетность такая, ну, милая, ну, что с нее взять? Как
ребенку, Юля, ну что мы тут? Ребенку. Да, к ребенку. Это своего рода, то есть собака и человек — это как мама и дитя. Поэтому мы заводим, чтобы о ком-то заботиться, да, нам. Так, значит, здесь у нас будет отношение как к ребенку. Отлично. То есть первая фотография, Андрей замахивается игрушкой. Мы это все можем просто смотреть, наблюдать, нам это приятно. Почему? Потому что Андрей нам приятен. То есть ставим здесь замену человека вместо Андрея, конечно, чтобы картинку нам это видеть. Это и сложно еще снимать это все. Надо какого-нибудь человечка поставить, который нам нравится. То есть у тебя две замены будет здесь. Это Андрей и собака. Собака может своего ребенка поставить, да? Своему ребенку говорит: а нету игрушки? Внутренний монолог, то есть внутренние объекты. А нету игрушки? Нету? Ну-ка вспоминай, когда у тебя там с ребенком, может, что-то такое подобное было у вас. Ну-ка попробуй мне показать. Помню ситуацию, когда ты там ребенку могла тоже сказать: а нет. Мы же часто там, допустим, ну вот даже элементарно, да, вот есть пальчик, да? Ага. Нет пальчика, нету пальчика. Угу. Есть пальчик. Мы же, ну, с детьми же мы так себя обычно ведем. Давай попробуй вспомни ситуацию, когда ты ребенку то же самое говорила. Нету, а вот нету игрушки, нет. Ты тоже в этот момент сама становишься немножко ребенком, хоть тебе там и показано 30 лет, но когда мы с животными, мы все равно меняемся, мы все равно становимся детьми немного, мы становимся добрыми, ласковыми и так далее. Так, давай, попробуем вот эту вот сейчас запишем. Вот ты просто смотришь на Андрея, он тебе очень нравится, поставь туда человека, который тебе очень нравится, очень симпатичен, с которым бы ты хотела бы, в мыслях ты уже с ним занялась сексом, в мыслях ты уже там все сделала. И вот ты его ставишь перед экраном, ты смотришь, тебя тоже это забавляет, это же еще плюсом игра, мы понимаем, что ну, он собака играет, а тебя это тоже забавляет. А, смотри, еще, почему вы могли понравиться друг другу, ты и Андрей? Дело в том, что Андрей, он ребенок тоже своего рода. И значит, тебе это нравится. В детство, значит, тоже в тебе есть. Может быть, Света, она немножко такая, я повзрослее женщина, и может, ей действительно надо там кого-то взрослого. А здесь вот в тебе детство, в нем детство. И вы вот на фоне вот этого вы столкнулись. Так, сначала, значит, делаем так. Ты смотришь просто на замену с умилением. Там, допустим, вот я очень часто замечаю, вот когда я смотрю, когда я веду урок, и когда вы что-то показываете, я начинаю тоже вот так вот лицом работать, так... переживать, у меня такая мимика смешная, вот, потому что я в процессе, вот то же самое, сейчас ты не думай ни о чем, ты просто сейчас смотришь, как Андрей бесится с Лесси по камере, да, тебя это умиляет, тебя это забавляет, и вот потом ты переводишь на камеру, то есть ты как бы, ты переводишь на камеру взгляд, да, и видишь, что собака на тебя так смотрит, да, такими умными глазами, то ребенка своего, допустим, видишь, ты говоришь: а нету. Вот попробуй вот так вот мы немножечко сейчас, mm-hmm. давай поутрируем. Поняла, да, задачу? Сейчас мы это сделаем, потом второй дубль снимем. И тогда получается все, ты можешь это уже снять на телефон и отправлять. Больше возни было с этими документами. Давай, mm-hmm. ставь перед камерой. Значит, первое, у тебя две задачи. Перед камерой у тебя мужчина твоей мечты. А рядом у тебя твой ребенок. И вот он на тебя смотрит с таким вопрошающим взглядом, он еще ничего не понимает, этот ребенок ничего не понимает. Вот возьми, когда он там маленький был, допустим, да, непонятно, он не понимает, чего, куда, зачем, почему. Так, поехали. Пробуем. А нету. Нету игрушки. А, нету. Молодец. Замечательно. О. Знак свыше. Юлечка, смотри, теперь, да, давайте все познакомимся. Так, мы сейчас работаем или что, тебе надо снять быстро? Смотри, Юль, и еще, когда мы снимаем пробы, вот у тебя Андрей здесь, а ты же потом камеру-то переводишь. На собаку, да. Да, ты можешь сейчас вот взять просто телефон даже, да, вот сидеть там, допустим, с телефоном, да, снимать. А, только поставь горизонтально. Да. А, у тебя получится, не получится поставить горизонтально? Получится. Вот, ты ставишь, не закрывай лицо только при этом, да? Камера, просто условно, вот она
можно есть. Вот ты смотришь сюда, но у тебя собака, перемещаешься вместе с камерой, вместе с взглядом, поняла меня? Вот. Вот только глаза вверх подними, не надо глаза вниз. Вот. Вот. Режиссер-то видел твои глаза? Опять вниз пошла. Режиссер-то должен видеть твои глаза. Так, поняла, давай теперь пробуем. Так, все было хорошо, но теперь добавочка и все, и потом ко второму и фотографии пойдем. Нету. Юля, сначала посмотрим на Андрея. Где он у тебя? Поставь мне Андрея сначала. Выше глаз, подним, вот прямо не телефон, не голову. Ага. Во, молодец. Это у тебя здесь Андрей. Где телефон? Я не вижу телефона. У тебя, вот, где у тебя собака? Стоп, голову мне не надо поднимать, не надо мне голову поднимать. Телефон, вот, ёптать, Юля. Я то телефон, то, вот это называется начинающий актер, ничего страшного. Так, вот так вот смотрим, да, вот он у тебя. Телефон, это не важно, ты его просто голову не поднимай, взгляд подними, пожалуйста, взгляд подними. Вот, Андрей у тебя здесь стоит, зафиксируй сейчас его. Зафиксировала? Да. Теперь где у тебя собака стоит? Зафиксируй, пожалуйста. Стоп! Режиссер видит там твои глаза? Так. Вот. Вот собака вот здесь. Зафиксируй. Не надо. Юля, так, давай сделаем две точки. Она переводит камеру. Там русским языком написано было. Так, значит, я сначала, да, с Андреем я вот онлайн, получается, на компьютере, а собака у меня по телефону, получается, так. Вот, сделай мне две точки сейчас, так, чтобы режиссер видел твои глаза. Раз точка, вторая где? Глаза, Юля, я не вижу твоих глаз. Вот. Вот у меня одна точка, вот у меня вторая точка. У меня есть разница? Нет. Ты видишь? Почти нет, но ты... Ты поняла, что я перехожу на другую точку? Вот сделай мне вот это тоже. Давай. Раз. Два. А, взгляд не надо вниз опускать, не вверх. Голову не поднимать. Положи подбородок вниз. Вниз подбородок сделай. Вот. Нам важно смотреть твои... Вот. Теперь телефон, Юля. Теперь вот сделай вот так вот телефон. Вот в другую сторону развернись. Вот. Теперь немножко на меня посмотри. Вот. Вот это Андрей. Немножко теперь еще так влево, вправо. Влево еще сделай. Ближе к телефону взгляд. Во. Голову. Во. Это Андрей. Работаем с Андреем. Вот Андрей. Вот. Так, так. Вот собака. Отлично. Все. Супер. С камерой тоже двигаемся, да? Вот. Угу. Давай. Угу. Пошли, Андрей, работаем. А нету. А нету, ты кому говоришь, Юля? Ах, елки-палки, я же ей говорю. Собака у тебя где стоит? Во второй точке. Во второй точке, все поняла. Сильно не отходи, вот сейчас внимательно посмотри на меня. Вот внимательно просто посмотри на меня. Вот у меня стоит телефон, я могу даже держать его одной рукой. Правильно? Правильно. Я его снимаю. Я смотрю, там стоит мужчина моей мечты, я где-то уже в своих мечтах, я занимаюсь там сексом и все остальное. Вот, я в точке А, я в зоне А, потому что я ушла, у меня там где-то там далеко все пошло, и вот собака, а нету? Нет, то есть ты оценку дай, ты когда перешла туда, дай оценку вот этого тупого взгляда. Все, я поняла вас. Вот. Вот живая Юля пошла, вот, молодец. А нету, молодец, поняла? Да. Вот, ты опускаешься здесь и сейчас, ты живешь, начинаешь жить здесь и сейчас. Концентрация на происходящем. Первое, ушла во внутренний монолог, увидела мужчину своей мечты, занялась с ним сексом, а потом вдруг собака уходит, ты уходишь от этого человека, видишь эту тупую мордашку и все, и говоришь, а нету, да? И не бойся сняться, ты моя живая женщина. Давай, поехали еще раз. Две точки, Юля, две точки. Телефон ниже опусти, он нам не так важен. Главное, чтобы его... Вот, давай, пошли, работаем. Снимаем Андрея. Андрея снимаем на камеру, Юля.
Перешла на вторую позицию. А нету. А, нет. Оценку, стоп, Юля, дай мне посильнее оценку, ты собаку увидела. А, не точно. То, что... Дай оценку, ты ее прям увидел. И не бойся, ты телефон-то, это не то, что Лара сказала так, мы держим телефон. Мы держим телефон. Телефон. Он-то у нас тоже с нами ходит, понимаешь, если ты амбизи, если ты занята, действительно, я смотрела на своего любимого мужчину, я там его потом повернула, увидела, понимаешь, я вышла оттуда и увидела свою собаку, я вышла оттуда, вот я такая сидела, ты понимаешь, ты в мечтах где-то там была, тебе там хорошо все, да, во, и потом я поворачиваюсь и вижу, мне приходится уйти из зоны А, я ухожу в зону Б. Я вижу эту собаку, там вижу. Не торопись, вот ты увидела ее мордашечку и... Монету! Поняла? То есть дай оценку увиденному. Вот такой маленький эпизод, как мы долго... Давай, работаем, все. Все. А нету. Нету игрушки. Не то немножечко. Молодец. Нет, все хорошо было. Единственное, что не Лара Шум сказала повернуться в эту сторону, а у тебя собака туда пошла. Ага. Поняла? Да. Мы эту ситуацию смотрим. Давай, смотрим на него, занимаемся с ним сексом мысленно. Ай, как здорово, да. И вот собака побежала, собака, да? А нету. Нету игрушки. Ага, все, благодарю. Там только оценки не было. Сделай еще раз, последний раз дубль. То есть, все, поняла, да? Вот я в себе, я в любви, вот та-та-та-та. О, собака побежала. Прямо не бойся, сделай эту оценку. И прямо вот увидим мордочку, поиграй вот в этот момент с ней, а потом Аниту. Поняла, что она у тебя просит. Давай еще раз сделаем и пойдем к следующему эпизоду. Поехали, работаем. Мы снимаем на камеру. Юля, мы не забываем, что мы якобы еще снимаем на камеру. Ниже камеру опускаем. Угу. Давай, Андрей, пошел. А нету. Юля, нету. Смотри, у тебя нету. А нету у тебя никакой оценки. Ты начала делать то, что я тебе сказала. Глупо, тупо начала делать то, что я тебе сказала. У тебя нет там проживания жизни. Сексом, блин, увидь ты, как он тебя, или ты его, вот это конкретно должно быть, понимаешь, все, у тебя там любовь, романтика, я не знаю, на Лазурном берегу, вот, я сижу, я просто умиляюсь этим мужчиной, как он чудесный, какие у него руки, как все замечательно, о, собака побежала, а нету, то есть будь здесь и сейчас, давай, через все, через дело, через внутренний монолог. Просто картинка, воображение включи, больше ничего не надо. Угу, давай. А нету? Нету игрушки. Угу. Так, опусти телефон ниже. Телефонные, вот, его обозначаешь, и если он у тебя в руках, ты им живешь. Он у тебя двигается, ты вместе с ним все это делаешь. Долго, сценическое время, мы помним, в Андрее прям, я уже думаю, когда ты там, уже, наверное, и кончить успела, все успела сделать. Понимаешь, сценическое время, это должно быть доля секунды. Вот ты посмотрела, ой, мне так хорошо, все замечательно. О, прямо сделай это вперед, что собака у тебя пошла, вот. О, да, только не выпадай из кадра. Глаз не вот. Не вот так. Вот, вперед чуть-чуть, сама чуть-чуть. То есть не надо при этом, вот. То есть ты тут же была, вот. Только глаза сейчас у тебя не вижу. Вот, мы немножко, влево повернулась чуть-чуть. Да. Давай еще раз, все, и пойдем в следующий, давай. Стоп, не получилось. Все, было прекрасно. Да? Называется мозг придурок. Он всегда, когда что-то... Мозг придурок, блин. Второе правило актера. Никогда не сметь прерывать дубль. Никогда. О, так, простите, пожалуйста. Работаем. Камера.
камеру. Я снимаю Андрея, не потому что я рассказала, я держу камеру. Не закрывай себя ниже, просто ее опусти, она у тебя есть и все. Так, я снимаю Андрея, все, пошли. Я снимаю Андрея. О, молодец, хорошо, внутренний монолог. И пошла уже, все, хватит. А нету? Нету игрушки? Сделать, молодец, все хорошо, сделай теперь ярче оценку. Оценку ярче сделать. Так, я снимаю Андрея, не забывай, что у меня камера в руках. Я снимаю Андрея, да, да. И пошла уже, не тяни сценическое время. Снимаю теперь на камеру собаку. А нету? Нету игрушки? Миша, вот смотри, Юль. Юля, вот смотри, да. До меня. Я снимаю Андрея, сижу, снимаю Андрея. Ай, какой он чудесный, какой он замечательный. А вот собака прыгнула. Посмотрела в камеру, потом на нее. И, а нету, то есть как бы съемка-то продолжается, то есть оценку сделала в камеру, съемка-то продолжается, и потом, а нету, нету. Вот, вот это будет идеальный вариант. Давай, поехали. Мы снимаем Андрея, нам хорошо, он чудесный, он прекрасный, он замечательный. Собака побежала. Так, посмотрела на камеру, что она там, снимаю на камеру, да, посмотрела. Сценическое время, это коротенький маленький эпизодик, смотри, вот я смотрю на Андрея, можно, кстати, начать точка, вот я смотрю в камеру на Андрея, потом перевожу его туда, ага, молодец, молодец, потом смотрю, о, собака выкинула, так, смотрю, ага, а нету, вот, то есть, давай-ка мы вот так вот через камеру будем работать, давай, поехали. Начинаем с камеры, мы смотрим в камеру. Угу. Так, потом смотрим на Андрея. Вот не потому, что Лара сказала на Андрея смотреть, а потому, что там Андрей... Я так захотела его увидеть вживую, посмотри. Ой. Давай, еще раз. Давай. Вот это называется репетиция, много не бывает. Давай. Ага. Смотрим, потом на камеру смотрим. Так. Собака побежала. Так, на камеру посмотрела, как она у тебя в камере смотрится. Так, снова на собака. Ага, поняла. А нет-то, нет игрушки. Юля, вот оно! Мы сделали это! Поняла? То есть да. Все внутренний монолог. Вот он тут, красавчик. Ой, какой чудесный, значит, дай-ка я тебя посмотрю. О, можешь даже там, допустим, вот начала с камеры, там, посмотри, потом на него, потом опять в камеру, потом так. О, собака побежала, ага, так. Как ты у меня тут, нормально смотришь? Ты что-то хочешь, солнце? А нету. То есть вот, все, через внутренний монолог. Ты хочешь? Да, нету. Ну-ка, давай еще раз попробуем, закрепим. Угу, давай, начинаем камеру смотреть. Ага. А нету. Нету игрушки. Вот все здорово, если ты не будешь тянуть кота за яйца. Ага. Все здорово, это долго. Поняла меня? Все надо побыстрее немножко убыстрить. Давай. Так. Угу, давай. Юля! Ай. Живешь в телефоне! Он тупик там! Вот посмотрела! Ой, какой он чудесный! Ой, вот просто чудо! О, собака побежала! Так, собака побежала! Так, я нормально тебя? Ты в резкости у меня, да? Ай, тут уже начала, а нету, и туда перешла, выпрыгнула через телефон, давай. А нету игрушки. Угу. Ну, тот дубль был хорошим, вот, этот уже пошла бесчувственно, ладно, с этим закончили. А, смотри, я смотрю, вот Андрей у меня здесь, а вот тут он живой. То есть, если я снимаю, я все равно буду, если я оператор, я все равно буду периодически смотреть, что там у меня. Ну, в принципе, все хорошо, ладно, сделаешь. Главное, не тяни кота за яйца. Да если что, можешь тот дубль вырезать, который я сказала тебе, клевый, классный, там как раз молчала. Так, пошли следующие дубль. Трубку поднимает Мария, девушка в домашней одежде, они смотрят друг на друга. Извиняйся сам, Мария говорит. Мария поворачивает камеру на диван, лежит грустная собака. Леся, Андрей умиляется. Это флирт, правильно мы понимаем? Да. То есть мы... Так, Мария поворачивает камеру на диван. Ага. Извиняйся сам.
Ну, то есть мы здесь в игрушечной форме говорим. Там режиссер может на съемочной площадке, конечно, через свое видение, но он просто поймет здесь, что человек умеет работать с камерой, да, то есть очень часто там снимает, допустим, ролики, и с ним можно что-то сделать. Интересный дубль получился, потому что 100% уверен, что все остальные будут снимать тупо-глупо, и они просто не учились ларышом. Так, Юль, ты где? Юль, ага. Юля. Сейчас. Алло, алло, алло. Да, вижу тебя. Вот, все. Смотри, значит, это флирт идет. У нас такой легкий флирт. Я говорила, что режиссер, может быть, там свое видение какое-то предоставит. Но на данном моменте я вижу так, поэтому мы флиртуем просто сейчас. Потому что он потом тебе предложит свой вариант, он просто поймет, что ты все умеешь делать. Вот ты взяла трубочку, да, и наиграно там, допустим, извиняйся сам, да, и вот показала камеру, на диване лежит грустная собака Лесси. Да, Андрей умиляется, собака отворачивает мордашку, она на него обиделась, да, делаем вывод такой вот, да, давай попробуем. Берем снова телефон, допустим, в телефон можно сказать «извиняйся сам». И переводишь, типа, и на него смотришь, то есть мне же интересно его, ну, как он будет извиняться, правильно? Берешь трубку сначала? Давай на камеру ближе, ага, чтобы режиссер твой взгляд видел. Извинись, сам. Не то, очень хорошо, просто на него надо было потом сверху перевести. Камеру оставь на Лесе. Камеру на Лесе оставь. Опять две точки работаем. На одной точке у тебя молодой человек, который тебе безумно нравится. На второй Лесе. Ты камеру раз перевела на Лесе, оставь. Он будет сейчас перед ней извиняться, тебе же интересно понаблюдать. Можно даже, знаешь, как бы вот так вот. Мне же интересно понаблюдать, да, вот я держу. И понаблюдать мне так интересно, я на Лесе, на него так смотрю легонечко. Ну-ка, Юль, сейчас посмотри на меня, пожалуйста, 4 секунды. Прямо при себя считаешь, 1, 2, 3, 4. Опускаешь глаза и тут же на меня поднимаешь. Ну-ка. А теперь сделай попроще лицо. Представь теперь этого Андрея перед собой. 4 секунды на него посмотрела. 1, 2, 3, 4. Вот это называется взгляд флиртующей леди. Понимаешь? Ну, сейчас тебе его применять не надо. Но если вдруг так, ну, возможность будет там на съемочной площадке, то можешь вот этот вот взгляд... Ты считаешь про себя... Молодец, только, ну вот, все правильно, сразу же, как бы, считаешь, что 1, 2, 3, 4. Сразу поняла. И мужчина сразу все поймет. Так, медленно можно. Ну-ка, поиграем. Молодец. Так, только 4 быстро можно прочитать. Да. Ну, немножко так помедленнее. Так, молодцы мы с тобой. Поехали, вот это еще раз, да, то есть извиняйся сам, то есть мы включаем. Вот сейчас хорошее у тебя было состояние. Вот хорошее было состояние, давай. Извиняйся сам. Солнце мое, вот смотри сейчас, что ты сделаешь. Перед тем, как начнешь съемку, попробуй сделать состояние флирта. Вот это вот можешь прямо предлагаем. То есть прежде чем начать снимать, да, сидишь такая и 1, 2, 3, 4. Вот у тебя состояние, ты войдешь в состояние флирта и можешь начинать съемку. Поняла? Сейчас был очень хороший дубль, но мы давай можем сейчас еще раз его попробовать снять. Я буду молчать, и можешь вот эти два дубля вырезать или переснять быстренько. Вот сейчас пока в этом состоянии сразу же берешь, отключаемся и снимаешь. Хорошо? Давай. Так. Извиняйся сам.
Ага, уйди, и зря я тебе взгляд показала, все, уходим Сейчас. оттуда, а уходим оттуда. Второй раз начала. Нет, ты вот этот момент, извиняйся, сам он игривый должен быть. И потом я перевожу на Лесси, да, вот я смотрю, показываю, да, она посмотрела, там грустная собака лежит, а потом я же хочу посмотреть за его реакцией. То есть я начала его внутренний монолог, мы оставляем это, у нас остается в предлагаемых обстоятельствах до того, как мы нажали на съемку, как мы на... Вот что значит не заканчивать у Лары шуму обучение, поняла меня? Вот, поняла? Давай теперь попробуем еще раз, и я думаю, что мы с тобой молодцы. Давай. Сам. Юля, еще раз повторяю, оставь этот взгляд в покое, убери его на в сад. Вдох, выдох, вдох, выдох. Давай сейчас задачу. Включить Видеосвязь. да, видеосвязь. И это игра. Леся обиделась, это игра. Давай, поехали. До этого был хороший дубль. Давай. Извиняйся сам. Не потому, что Лара Шум сказала мне теперь туда посмотреть, а потому, что у меня внутренний монолог произошел. Так, вот у меня внутренний... Там Леся сидит. У меня... Я живу сейчас не потому, что здесь сейчас снимают. У меня... Извиняйся сам. У меня там собака лежит, Юля. У меня там лежит собака. Вот она, да, грустная, веселая. А что ж ты будешь делать? Ну, что ж ты будешь делать? Давай, поехали, работаем еще раз. Включила видеосвязь. Извинись сам. На собаку хорошо смотришь. А мужика боюсь, да? Нахрен ты мне нужен? Что человек там делает, непонятно. Мне главное собака. Два у тебя тут, два человека присутствуют. На собаку великолепно смотришь, потому что там у тебя собака сидит. Вообще великолепно смотришь. Давай еще раз. Извиняйся сам, повеселее. Можешь мне попробовать это сделать? Давай попробуем несколько вариантов. Снизу сам. Угу, молодец, умничка, 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 молодец. Извиняйся сам, не слышно, сам было слышно, извиняйся, не слышно. Единственное, что когда будешь записывать, то говори, извиняйся сам. А, записываешь два этих ролика, им отправляешь, а он тебе уже потом все равно скажет, там, ну, если понравится типаж, он может там сказать, а поможешь вот в таком варианте переслать, ничего страшного нет. Все равно здесь видна работа. Во-первых, мы берем предмет в руки, это уже манипуляция с предметом, а ни один актер не будет тебе снимать с предметом, тем более с телефоном. А у нас здесь предлагаемые обстоятельства, что мы в онлайне, и что у нас камера, и что мы этой камерой показываем, где кто сидит. Это предлагаемые обстоятельства наши. Наше предлагаемое обстоятельство, что нам нравится мужчина. И что здесь есть собака? Собака – это ребенок. То есть у нас так душа открылась. А вот тут вообще вдвойне душа открылась, потому что мужчина, которого мы там любим, не собака. Так, ладно, не буду тебя дальше отвлекать. У нас сколько мы с тобой, получается, практически 45 минут вместе были. Так, давай, держи меня в курсе событий, как там у тебя все получилось. Потом давай назначай день, когда мы с тобой продолжим наше обучение. Благодарю тебя огромнейшее за то, что ты мне разрешаешь выложить этот материал в YouTube. Юля, что ты можешь сказать нашим телезрителям? Я хочу сказать, что, Лара, спасибо вам огромное. Просто вы включаете мой мозг. А Спасибо еще вам. репетиций много не бывает, запомните это. Юля, ладно, пока ты в этом состоянии, давай сразу снимай, отправляй, и потом уже скажешь, какой был ответ. Неважно, если даже отрицательный ответ, это все равно мы считаем за победу, потому что с какой мы сейчас пласт работы с тобой проделали, да ведь? Все, моя будущая звезда, давай, Спасибо. на связи, ладно, Юлечка? А, я тебе сейчас эту статью в Яндекс.Дзен уже практически написала. Ну, ты сначала снимай пробы, это в приоритете, потом, Хорошо. ладно? Давай, пока-пока. Спасибо вам большое.